Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота і ми починаємо. Проблеми з щитовидною залозою час від часу вирують загрозливо над нами. І для того, щоб пересвідчитися, що все добре з нашим здоров'ям, сьогодні ми запросили до нашої студії гостя, який розкаже, що потрібно, які аналізи потрібно здати, взагалі, як ставитись до цієї проблеми. Або у нашій студії Євген Марцинік, лікар-ендокринолог вищої категорії, кандидат медичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Українського державного науково-дослідницького інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України. Дуже раді вас бачити, пане Євгене, у нашій студії. Тож, насправді, проблеми з щитовидною залозою, вони час від часу вимагають особливого і ретельного до них ставлення. Тож, що це за проблеми і чому ось так зараз ми про них частіше говоримо? Добрий день. Дійсно, совершенно правы, проблема не нова. Проблема существует многие тысячи лет. Первые упоминания о патологии заболевания щитовидной железы относятся к древнему периоду, тысячи лет назад. И первое упоминание в виде зоба щитовидной железы было обнаружено историками медицины еще 2000 лет назад на древнеиндийских барельефах. В дальнейшем можно найти на гравюрах средневековых изображение людей с увеличением щитовидной железы, толстая шея, формированием зоба, даже еще 15-16 век. То есть исторически эта проблема не нова. Она зависит от многих факторов природного характера, от йодного дефицита, кстати говоря, очень зависит, поскольку в центре Европы, особенно в тех районах, которые находились в горных местностях, йодный дефицит приводил к тому, что образовывалось увеличение щитовидной железы с формированием узловых форм, диффузных форм. Кстати говоря, страдает когнитивные функции, то есть уровень интеллекта страдает. Угу. Вот поэтому еще 100 лет назад было предложено использовать йод для профилактики заболеваний щитовидной железы. Это входило в программы международные, так сказать, спонсировалось ЮНЕСКО, Всемирная организация здравоохранения. Вот йодирование соли, использование йод-содержащих препаратов. Поэтому как бы для того, чтобы вот дети развивались нормально, интеллектуально, в физическом плане. Вот поэтому проблема не нова. Но сейчас она активизировалась еще из-за того, что, в общем-то, многие факторы неблагоприятно сказываются на функционировании щитовидной железы. И в частности, Чернобыль, который был уже более 30 лет назад, почти 40, да, 35 лет назад произошел, вот, который тоже внес определенные коррективы в этом отношении. И значит, мы получили через 5 лет после ядерной катастрофы, мы получили прирост заболеваний щитовидной железы более чем в 10 раз. То есть для нас это было, в общем-то, удивительно, но тем не менее, проанализировав мировой опыт, в частности, опыт Японии после ядерной бомбардировки 1945 года, пришли к выводу, что у нас как бы схожая ситуация была в том плане, что наличие радионуклидов в воде, в воздухе повлияло на формирование заболеваний щитовидной железы, особенно онкологии щитовидной железы, количество которых пациентов возросло более чем в 10 раз. И буквально вот мы сейчас, так сказать, несмотря на то, что время уже прошло достаточно много, тем не менее у нас сейчас еще эти пациенты есть, они каждый год выявляются в больших количествах, поэтому эта патология требует уточнения, наблюдения, ультразвукового исследования, гормонального, лабораторного исследования. То есть проблема действительно актуальна. А, пане Євгене, все ж 30 років там з гаком пройшло, і все одно ми відчуваємо проблему, яка нависала над Японією, так, вони багато років ще після того страждали. Можна спрогнозувати, що і ми так само будемо через деякий час іще на собі відчувати проблеми Чорнобиля, так? Совершенно верно. Дело в том, что радиоизотопные элементы, которые, в общем-то, образовывались в результате этого взрыва, они имеют очень долгий период полураспада, который исчисляется десятилетиями. То есть те короткоживущие элементы, которые вот быстро среагировали, они буквально там живут несколько суток, вот, но они внесли свой вклад, то есть люди захватили эти радиоактивные элементы, и они, как говорится, у некоторых из них привели к формированию вот этих вот заболеваний, в том числе онкологические заболевания щитовидной железы. Но длительно живущие микроэлементы, радиоактивные элементы, они распадаются десятилетиями. Так оно заложено по закону физики. Поэтому ожидается, что проблема, конечно, потихонечку будет угасать, связанная с радионуклидами, но тем не менее она будет сохраняться еще десятками лет. Поэтому как бы требуется особый контроль в этом плане. Так, ну контроль, так, и еще, можливо, мы сможем что-то робити. Вот, если мы йодом можем наситить сильно, например, так, и купувати, и весь час вживати, можливо, мы такой профилактичный засіб сделаем для себя. Совершенно верно. Йодирование соли является одним из профилактических моментов для
для профилактики именно вот этих вот попаданий радиоактивных элементов. Но так или иначе, у нас есть атомные электростанции, так или иначе, есть какие-то вероятность, ну пусть минимального попадания радиоактивных элементов. Ну и вторая проблема, которая, скажем, связана с тем, что у нас присутствует в наших продуктах питания, в нашей воде присутствуют вещества, которые не очень благоприятно сказываются на работе щитовидной железы. В частности, использование химии, консервантов, красителей, ароматизаторов, вот эти крашеные сладкие воды, которые любят, молодежь любит употреблять, они содержат вещества, которые не укрепляют здоровье, они могут накапливаться в щитовидной железе и вызывать нарушение ее функции. Поэтому, ну, я всегда стараюсь своим пациентам объяснить, что лучше, чем проще еда, которую они употребляют, чем менее она обработана промышленным путем, тем больше надежности, что вы не получите там каких-то неприятных компонентов. Здорова їжа, так? Да, здоровая еда, да, самая-самая такая стандартная здоровая еда. Якщо ось ми звертаємо увагу на їжу, на харчування, так, то, можливо, ще якісь профілактичні заходи ще потрібно робити. Ну, йодована сіль, вона повинна бути в кожній родині, так? Ну, йодована соль – це практично для всіх, особливо для дітей до 18 років, поскольку йде розвиття, формування органів систем і щитовидної желези, інтелекту. Були проведені багато років назад, десятки років назад були проведені дослідження, які показали, що діти, які отримують достатньо кількість йоду, вони в інтелектуальному плані розвиваються гораздо краще. И в физическом плане развивается гораздо лучше. Вот сама по себе Швейцария была центром йодной недостаточности, в которой распространение вот этой зобной эндемии было колоссальное. То есть каждый второй человек имел, житель имел эту проблему. Сейчас это центр науки, культуры, финансов, спорта. Они занимают какие-то лидирующие позиции в горнолыжном спорте. А еще буквально 100-200 лет назад, когда не было йодной профилактики, то, в общем-то, там были довольно серьезные проблемы. Есть такая комичная ситуация. Почему называется Швейцар? Оказывается, это были люди, которые швейцары, это люди, которые могут охранять вход в ресторан или в гостиницу, то есть охранять не опасные объекты и несложные виды деятельности. Так вот почему? Потому что в основном на эту работу брали выходцев оттуда. Их интеллектуальный уровень не позволял выполнять более сложные виды работы, поэтому как-то вот таким образом. И сейчас, посмотрите, в результате йодной профилактики ситуация коренным образом изменилась. Случайно, там центр Украина, науки, культуры и экономики мировой, по сути дела. Поэтому профилактические мероприятия в виде йодирования очень важно. И, кстати говоря, даже в случае попадания небольших количеств радиоактивных элементов, так или иначе, мы не гарантированы от того, что у нас этого нет. То йод блокирует поступление радиоактивных элементов в щитовидную железу. То есть тот йод, который в йодированной соли или же в препаратах йода, он блокирует вот этот негативный момент с захватом радиоактивных элементов в щитовидной железу. То есть вот это очень важно. А разница между тем, например, використовуючи, мы можем використовувати йод, например, химичный, так, чи можемо використовувати йод натуральний. Ну, мається на увазі, що там риба, чи там морська капуста та ж сама, чи ті які продукти, в яких йод природним шляхом зберігається. Ну, звісно ж, в рекомендаціях Всемирної організації здравоохранення по цьому питанню существує такий пункт, що морепродукти, використання морепродуктів, які, так сказати, содержать йод. Дійсно, морепродукти содержать йод. Но дело в тому, що на сьогоднішній день ми не уверены, що йод, який содержиться в морепродуктах, настільки чист і безпечен. Тому що в Японії Фукусіма періодично, так сказати, там выбросы делает это Дальний Восток. То есть, скажем, если поступает рыба, которая выловлена там, то нет гарантии, что она не абсолютно безопасна. Поэтому лучше все-таки промышленное йодирование соли, то есть там выбирается йодистый препарат, который как бы безопасен. Ну, или же препараты йода, но препараты йода это с врачом согласовывается. То есть это не принимается, так сказать, по своему желанию. Только-только. Йодированная соль, да, для всей семьи, а йодированные препараты только-только согласуя с доктором. Чи можна ось так, на око, визначити, що у вас проблеми з щитовидною залозою. Наприклад, якщо ви не відчуваєте поки що проблем, але вам потрібно вже з'ясувати і звернутися якомога швидше до лікаря. Симптомы есть, нарушение функции щитовидной железы, но, так сказать, откровенно говоря, за последние 30 лет моей деятельности в этой области я обратил внимание на то, что есть пациенты, которые даже ничего особо не ощущают. Ну, может быть, небольшая там утомляемость, которую, в общем-то, невозможно ничем объяснить. Вот, скажем, снижение работоспособности, раздражительность, сонливость. То есть вот такие симптомы могут насторожить и требовать обследования. Но половина пациентов приходит, у них никаких симптомов нет. Ну, кроме вот таких неспецифичных, слабость, утомляемость, вот, ну, переработались, ну, там много работы. Ну, это же может быть багато в кого-то. От любых
причин, от любых причин, да. И мы выявляем при гормональном исследовании щитовидной железы, что там есть проблема, и ее нужно корректировать. И пациентам начинаем корректировать, и действительно состояние их радикально улучшается. Поэтому ориентироваться на самочувствие, конечно, нужно, но иногда нужно все-таки, если что-то с вами не так, то есть пациент чувствует, что что-то как бы необычно, какая-то необычная утомляемость, необычная усталость, то стоит сделать эти исследования. Такая ярко выраженная симптоматика встречается не у небольшого количества пациентов. А чи це до сімейного лікаря треба звертатися? Який взагалі фахівець вирішує ці питання? Ну, алгоритм прописан в Міністерстві здравоохранения таким образом, что первый доктор, с которым пациент общается, это доктор семейного профиля, да? То есть доктора семейного профиля информированы о том, что такая проблема существует. Я сам читал лекции в свое время семейным врачам и продолжаю это делать о патологии щитовидной железы, поэтому они ориентированы. Но как бы семейный врач не всегда может, так сказать, в деталях досконально это изучить, исследовать, поэтому следует, конечно, ориентироваться на врача-эндокринолога, который занимается патологией эндокринной системы. Это не только сахарный диабет, но и патология щитовидной железы, надпочечников, гипофиза. То есть эндокринолог занимается всеми железами внутренней секреции и в том числе щитовидной железой. Поэтому если семейный врач затрудняется или не может сориентироваться с этой ситуацией, то, конечно же, это решает врач-эндокринолог. А, пане Евгене, чи часто доводиться вам зустрічати людей, які мають вже проблеми з зайвою вагою, з поганим самопочуттям, можливо, роздратованість є, але вони все ж не звертаються до лікарів і не розуміють, що там може бути? Очень це много така серйозна зараз, на сьогоднішній прекрасний день. Вопрос. Очень много таких пацієнтів, які говорять, от у мене лишній вес, говорять, так я завжди така. Не говорю, ну вас это не волнует, потому что как бы лишний вес это всегда это путь к диабету, путь к гипертонии, путь к повышению уровня холестерина и все вытекающие последствия. И в том числе повышенный вес очень часто бывает у пациентов, у которых имеется проблема со щитовидной железой. Поэтому даже вот такие небольшие отклонения в самочувствии и в общем, так сказать, статусе пациента требуют уточнения. То есть, ну, цена вопроса не такая большая, анализы стоят не очень дорого. Я думаю, что там, по крайней мере, хотя бы раз в год эти исследования надо бы делать. Взагалі, треба займатися своїм здоров'ям. Ну, не лише лікар-ендокринолог, так? Є багато лікарів, яких треба просто проходити кожного року. Є і гінеколог, якого потрібно проходити, і ендокринолог, якого потрібно проходити, і рентген грудної клітки треба робити. От, все-таки в розвитих країнах, в європейських, в Америці, у них там обов'язково один день в году виділяється чоловіку для того, щоб він продлив свій страховий контракт. Що це значить? Пройти повне обслідування, включаючи навіть колоноскопію, гастроскопію, там дуже рідкісні дослідження, по нашому мнению. То есть у нас пациенты делают эти исследования, когда их что-то очень сильно беспокоит. Коли а там это делается, да. Пизно. Делается это заранее, то есть для того, чтобы выявить те стадии, которые прекрасно поддаются лечению, а не тогда, когда уже все плохо. Поэтому там у них такая методика. У нас была диспансеризация еще в прежние, так сказать, наши десятилетия, когда еще работала система здравоохранения немножко по-другому. А сейчас пациент предоставлен сам себе. То есть он будет определять, делать ему эти исследования или не делать. Но это критерии безопасности. Звичайно, а якщо ми турбуємось про своє здоров'я, то нам просто необхідно це зробити. Один раз на рік, ну я думаю, що один день можна виділити. У всіх є відпустка, хоча б один день можна присвятити собі, своєму здоров'ю. І ви ж будете розуміти, що все добре. Або вчасно виявити, з'ясувати, що є проблема і треба негайно щось робити. Спадковість. Чи є спадковість у проблемах, пов'язаних з щитовидною залозою? Несомненно. Несомненно. От заболівання імунного характеру щитовидної желези, так називаємий хронічний аутоімунний тіреоідит, він, як правило, наслідується. Тобто, практично, якщо мама страдала, то в половині випадків у дітей это тоже прослеживается, эта проблема. Очень важно диагностировать этот процесс на ранних стадиях, пока еще не нарушена функция щитовидной железы. Тогда оптимизирующее лечение позволяет на долгие годы сохранить нормальную работоспособность, качество жизни, самое главное, качество жизни у таких пациентов. То есть болезнь не фатальная, она хорошо корректируется. Она хорошо корректируется, только о ней важно вовремя узнать и вовремя начать профилактические мероприятия. Конечно же, координатором этого процесса должен быть семейный доктор, но, скажем, вопросы специализированные, вот тонкой диагностики, конечно, все-таки должен делать доктор-специалист, эндокринолог. Так, а пандемия? Пандемия, как она влияет на проблемы с
щитовидною залозою, і чи люди, які вже перенесли, наприклад, коронавірус, чи потрібно їм ще йти і перевіряти стан щитовидної залози? Ви знаєте, дійсно, якби пандемія принесла нам масу сюрпризів, яких ми, в принципі, не ожидали, ну, вірус новий, необычный, как бы нестандартный, мы еще к нему не привыкли совсем, но мы наблюдаем такую закономерность, что действительно пациенты, у которых есть переболели, даже пусть в легкой форме, в средней тяжелой форме переболели, возникают воспалительные изменения в щитовидной железе. Как ни странно, почему-то вот у людей бытует мнение, что коронавирус – это простуда. Это не простуда, это серьезное вирусное повреждение ткани. Но вот то, что вот показывают по телевизору, там специалисты в области пульмонологии рассказывают, что воспаление легких, пневмония и так далее. Вот результат действия вируса – это повреждение сосудистой системы легких, сердца, головного мозга, в том числе щитовидной железы. На практике мы видим так называемые тиреидиты – это воспалительные заболевания щитовидной железы, которые возникают после перенесенной коронавирусной инфекции. Пациенты об этом не знают, и мы иногда это случайно буквально выявляем. Когда пациент идет обследоваться, ему плохо, он себя плохо себя чувствует, как бы некомфортно, мы начинаем исследовать, в том числе гормоны щитовидной железы, делать УЗИ, находим вот эти вот явления. Поэтому как бы сейчас коронавирусная инфекция внесла коррективы во все протоколы лечения. И легочные, и сердечные, и неврологические. Очень часто неврологические нарушения у пациентов наблюдаются. Ну, в том числе заболевания щитовидной железы воспалительного характера, индуцированные вирусом. То есть, если людина перехворела, то через якийсь час краще пересвідчитись, так, и пройти диагностику, дізнатися, что с вами все добре. Конечно, потому что, значит, еще раз повторяю, коронавирусная инфекция – это не простуда, это очень серьезное заболевание, вовлекающее сосудистую систему и иммунную систему всего организма. Реабилитация идет довольно медленно. То есть это не так, что мы переболели там простудой, через 5 дней уже пошли на работу, все хорошо. Коронавирус оставляет после себя следы, иногда очень долгосрочные, которые тянутся месяц, два, три до полугода. Ну, це взагалі дуже страшно. Треба тоді через деякий час, можливо, повторно, так? Да, ну, при необходимости специалист определит, насколько часто нужно делать эти исследования. Может быть, достаточно одного раза, и там все в порядке. Может быть, нужно делать через время повторное тестирование. Пане Євгене, ну тоді наостанок вже. Для тих людей, які все ж турбуються про себе, хвилюються про своє здоров'я і про здоров'я своїх близьких, нагадайте, будь ласка, от вже таки зробимо підсумок, на що треба звертати особливу увагу, куди треба йти для того, щоб пересвідчити, що з вами все добре, так? Ми говорили вже, які лікарі займаються вашим здоров'ям, який алгоритм вашої поведінки повинен бути, ну і врешті-решт, як жити, аби справді нічого з вами поганого не сталося. Ну, звісно ж, перший друг наших пацієнтів – це сімейний врач, але на нього свалилась така маса роботи зараз, що їм, звісно, не позавідуєш, їм дійсно дуже тяжело в цій ситуації працювати. Вот. Якщо ви себе чувствуєте не дуже хорошо, тобто якась утомляємость, роздражительність, вам трудно працювати, у вас проблемы с засыпанием или, наоборот, вы не можете проснуться, вот, то, значит, не исключено, что эта проблема связана со щитовидной железой. Но уже доктор, который будет этим заниматься, ну, конечно же, начинать можно с семейного врача, но если семейный врач, так сказать, затрудняется решить эту проблему, то тогда нужно делать лабораторные исследования однозначно, гормональных параметров щитовидной железы, их там всего немного, их там всего 5 параметров, которые определяются, это свободные Т4, Т3, антитела к ТПО, тиреоглобулину, кальцитонин по необходимости, тиреотроп, гормон гипофиза определяется, то есть там этих параметров не так много. Вот. Очень желательно УЗИ щитовидной железы, потому что кроме функции щитовидной железы страдает еще и структура, иногда возникают узловые образования, они являются рисковыми по онкологии щитовидной железы. Это опять же критерии безопасности, поэтому эти исследования надо делать. У нас достаточно много лабораторий для определения этих параметров. Конечно, я считаю, что в приоритете должны быть сетевые лаборатории, то есть те, которые имеют много пунктов взятия этих анализов, крупные, солидные лаборатории, где есть аналитические отделы, где гарантировано качество. Потому что лабораторий сейчас довольно много таких вот маленьких, мелких. Но качество, как говорится, там не всегда гарантируется, поэтому лучший вариант – это сетевые лаборатории, то есть там, где они представлены во многих городах Украины и во многих местах даже нашего города Днепропетровска представлены. Вот поэтому в данной ситуации лучше ориентироваться на вот такие вот лаборатории. Ну вот, кстати говоря, некоторые лаборатории предлагают очень часто скидки и акционные предложения, которые позволяют пациентам даже сэкономить на этом денег. То есть сделать это, ну, по более дешевой цене со скидкой 20-30%. Ну, так, это уже людина будет себе з'ясовувати, как ей будет краще. Головне – это звернути увагу на своє здоров'я. Конечно. От тут це в першу чергу. Я вам дуже дякую, пане Євгене, що прийшли сьогодні до нашої студії. Ми дізналися багато чого.
або про проблеми, пов'язані з щитовидною залозою. І, звичайно ж, усе залежить від нас і від нашого турботливого і дбайливого ставлення до свого здоров'я. Зустрінемось за декілька хвилин. Дякую.